Привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу показать вам одно интересное место во Львове. Постараюсь объяснить, почему. И почему именно Львов. Если вы заметили, то на моем канале есть видео и о российских городах, и об украинских городах. И я собираюсь делать это дальше. А сегодняшнее видео будет о соборе Святого Юра. Это очень интересное место, которое мне очень понравилось. Я очень советую досмотреть до конца это видео и понять, что же я хотел им сказать. А еще я очень надеюсь, что вам понравится музыка. Особенно та музыка, которая будет звучать в конце. Очень на это надеюсь. Итак, смотрим. Зачитывать Википедию я не собираюсь, лишь скажу, что этот собор был основан в 1760 году, а его архитектор – это Бернар Меретин. Собор просто невероятно красивый и потрясающий, я покажу вам его. А вот знаете, что самое интересное? Вот это место, оно словно показывает, как выглядит Львов. Там, где ходят туристы, там, где ходят прихожане к этому собору, там все хорошо, там все идеально. Но я покажу вам другие места, там, где не ходят туристы, там, где не ходят прихожане. И это место, которое относится к этому соборному комплексу, выглядит совершенно по-другому. Не так, как с вот этой стороны. И это такой небольшой камушек в сторону тем, кто управляет Львов, потому что, можно сказать, весь Львов такой. Там, где ходят туристы, там все замечательно. Если вы углубитесь куда-то подальше, то вы наткнетесь на настоящие трущобы. Что радует, так это то, что местами здесь все-таки проводят реконструкцию. В общем, ребят, смотрим до конца. Думаю, что вам будет интересно. Thank you.
Mm-hmm.